Когда речь заходит о Георгии Данелли, что приходит вам на ум в первую очередь? Легкое дыхание молодости в «Я шагаю по Москве», грусть и экзистенциальная тоска осеннего марафона или, может быть, бескрайние пустынные пейзажи Кин-дза-дза? К фильмографии этого режиссера невозможно подобрать один собирательный образ. Все его картины принципиально не похожи друг на друга. Данелли успел стать и мастером оттепельного кино, и автором главных лент эпохи застоя, снять знаковую картину перестройки и продолжить активно работать в 90-е. У него поразительно длинная режиссерская карьера, больше 50 лет в кино, и на редкость успешная. Фильмы Данелли смогли найти как фестивальное признание, так и широкую народную любовь. Гонеровый родственник Неопаня, рубль должен был! Два. И все-таки можно ли найти в них что-то общее? Из-за чего его комедии вызывают необъяснимую грусть? Вы уже на третий росток наступили. Друг, у нас к вам большая просьба. Можете не продолжать. Нет. Соседство с галактикой Кин-дза-дза – наша беда. Они снедаемы страстями. Порочными. А продолжение жизни в виде растения для них – благо. И для всех.